У меня вот есть типа РС самоеба. Я на игре на ней уже нарезал, потому что она 137 дает. И ХК 416 да. На ней типа там чуть-чуть превышение было. Мы долго-долго смотрели насчет этого. И типа все равно тоже пришлось пружину резать. Но вот если у АР-ки быстрая пружина меняется, ой, у этого РС-а, то у ХКшки от истукана у нее приходится все разбирать нахуй. Я просто пока что мужики даже пружины это... на месте было бы неудобно менять, потому что это... А, это не цима. Как купа пристреливать, мужики? Я пытаюсь этот сраный... Потому что гирбоксы, по сути, ну, они одинаковые, то есть... Остальное, там, блядь, колоти хоть палкой. Особо не отличаются. Мужики, а вот кто здесь давно играет? Вы что, в натуре с рациями гоняете? В смысле в натуре с рациями? А без рации вообще невозможно. Серьезно? Прикольно. Да. Причем двухканальные рации ставятся там. Внутри отряда и с другими отрядами. Хорошка. Ребят, пробуйте подходить на Communication Outpost. И да, и нет. Умирать уже 5 тикетов побыстрее, это уже да.
охуенная хуйня, их списывают по статье. Именно, то есть, ну как там есть, типа это, не полное служебное соответствие и увольняют, типа, и халатность во время работы, повлекшая за собой смерть личного состава, блядь. Можно прям, да, на моем трупе? Ой, че, не моем трупе, но уже на моем трупе. Во дворе у меня. Так, так, блядь. Что за хуйня сегодня? Блядь. Все, поставил, спасибо. Я спросил, откуда тебя сняли? Это не его карта, блядь. Его карта только вертолет. Я видел, что не смог поднять. Флаг.